поставить камеру, и ничего не торчать не будет, где-то около 4 килограмм может быть. Создание корпуса летательного аппарата. Значит, вот это лежат матрицы, в которых происходит формовка корпусов. После того, как матрицы покрасят, ее переносят сюда и наполняют. Да. Закрываем сверху обратной стороной, склеиваем, и при разрывании, рассыпывании этих матриц мы получаем готовый мир. Она стабилизирована в полете и управляема. Вот, и интегрируем различные камеры, тепловизоры, видеокамеры.